Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас BMW в кузове E46 с двигателем 3 литра дизель, 184 лошади. Здесь мы будем менять электровентилятор кондиционера, то есть самого конденсатора, который у нас впереди машины стоит. Новый оригинальный вентилятор стоит что-то около 500 евро. Поэтому мы нашли на разборке от такой же машины, от трехлитровой бэхи E46, и попробуем его сначала подключить. В чем у нас проблема в этом вентиляторе? Проблема в том, что он у нас не срабатывает, приходит напряжение, а он не запускается. Поэтому прежде чем подключить вентилятор с разборки, мы его подключим, включим кондиционер и посмотрим, срабатывает он или нет. Он должен срабатывать, ну, через несколько секунд после запуска компрессора. Хорошо, что у нас разъем вентилятора находится вот здесь. Вот как удобно. Цвета совпадают, на всякий случай проверил. Так, это у нас как? У нас вот так. Желательно, конечно, чтобы кто-то придержал. Потому что мощность вентилятора серьезная, и он просто может улететь. Ну, улететь не улетит, конечно, а упасть куда-нибудь может. Поэтому я его так подвяжу слегка, куда попало. И заведем, включим кондиционер. Отлично, вентилятор сработал, по крайней мере сработала первая скорость. Раз сработала первая, значит, надо полагать, сработает и вторая. Ну все, а теперь попытаемся отсюда его извлечь. На BMW это только звучит страшно, снять бампер. На самом деле здесь внизу вот у нас с обоих сторон по болту длинному такому, который проходит через усилитель, и внизу по самой юбке здесь либо клипсы, либо, как я нащупал, здесь у нас саморезики под ключ на 8. Поэтому мы сейчас очень быстро открутим. Хорошо бы это делать на подъемнике, у меня подъемник занят, поэтому приходится так корячиться.
лазеры, двухкомпонентные клипсы такие, под крестовую отвертку, а потом само тело клипсы. Да? Кому интересно. Вот так. Старый мы сняли, еще с другой старый поставим. Возвращаем все колодки взад и на сигнал, и на противотуманке. Все-таки, конечно, такие вещи лучше делать вдвоем. Самому можно накосячить. В том плане, что можно поцарапать крылья. Так, ну что, теперь осталось только проверить. Последний штрих заводим и смотрим на вентилятор. Ну вот, в принципе, все, закончили. Самое страшное здесь, это надо снимать бампер, и на слух это так неприятно. На самом деле ничего сложного. Быстренько сняли, поменяли, и все. Ну и, в принципе, по-другому-то никак. Я думаю, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем удачи, пока.